Давайте поцікавимось, чи полюбляють миколаївці японську кухню та що вони люблять більше – український борщ чи суші. Должно быть какое-то разнообразие, но все равно нужно поддерживать больше свою кухню, но иногда баловать себя и другими. Вполне возможно, потому что уже в наших нормальных ресторанах уже везде выпихивают эти суши, роллы. Она еще не в моде пока. Вытесняют, да. Что нам с этим? Я как бы люблю больше украинский борщ, вареники с капустой особенно. Так что вот такую. Я скажу, вы знаете, как говорится, где родился, там и задылся. Да. Надо кушать ту пищу, которая тебе свойственна для той территории, где ты живешь. Поэтому вот так. Борщ. Конечно, борщ. А как относитесь вообще к японской кухне? Ну так, не очень, я конечно. Я не люблю, если честно. Просто нужно, чтобы наши девушки учились борщ готовить, а не просто, чтобы парни их водили, получается, по суши-барам и так дальше. Любим. А что именно любите больше? Суши, ну и соусы мне нравятся, ихние. Так, а что больше любите, голубцы или суши? Суши? Ну, голубцы – это наша национальная еда, а суши – это немножко вкус другой, понятно, и другая кухня. Вы знаете, нет, я в этом не сомневаюсь. Почему? Потому что, мне кажется, можно любить и суши, и украинский борщ. Борщ украинский. Хорошо. А суши вообще пробовали? Пробовал, не понравились. Не понравилось? А как вообще относитесь к японской кухне, ну, помимо роллов суши? Честно, кроме суши, так ничего не пробовал. Вот так попробовал, не понравилось, и отказался. Люблю только суши. Вот. Только это. А вам не кажется, что японская кухня становится все больше, а украинская отходит на второй план? Ну, украинской кухни не будет меньше никогда. Всегда вот будет. Ее больше, японская меньше. Да. А что именно любите больше всего? Суши. Суши? Конечно. А пробовали еще что-то из этой кухни? Ну, конечно, морепродукты. Конечно, больше. Голубцы армянские. Так. Как вы вообще относитесь к японской кухне? Нейтрально. А вам не кажется, что ее становится все больше и больше, чересчур даже? Кажется. По всему городу открывают японские рестораны, суши, роллы почти в каждой кафешке. Но, не знаю, лучше бы открывали украинские кухни. Люблю. Что именно любите больше? Ну, скорее всего, распространенное, что у нас суши, лапша. Ну, если японское, то сколько у нас? Суши, якитори, пару будочек в городе стоит. Угу. Ну, вроде не так уж и много. То есть это хорошо для разнообразия, да? Ну, не сказать, что это плохо, тоже не сказать, да, вроде бы как. Больше как бы у нас кебабов там вот ненужных, да, там, не знаю, там их лицензии проверять, не проверять. Это да, фастфудов. А если качественный японский ресторан, почему бы и нет? Давайте так, по честности, украинский борщ мы едим почаще, да, наверное. Ну, конечно, кто его не любит? Конечно, люблю. Да, люблю. Что именно? Намасте. Ну, не только в суши. А как они готовят, мне нравится. Япония очень умеет работать с рыбой. Поэтому все, что они делают, с тофу, с своими продуктами. Поэтому все, что они делают, очень вкусно, питательно и сравнительно недорого. Вообще культура Японии очень хороша. Они со всего могут делать искусство. Бутерброд, который мы знаем как суши, это обычный бутер. И просто они с этого сделали культуру. С нэцек они из татуэток сделали культуру подношения нэцки. И ко всему, чему мы не обращаемся, вот компьютер или там Panasonic, это тоже Япония. Поэтому есть у кого учиться. Українську люблю, дуже-дуже смачна кухня. Сьогодні ми дізналися, що миколаївці цінують японську кухню, але більше люблять український борщ. Таня, так, дякую тобі за цікаве опитування. Мабуть, тому що в Україні так гарно готують суші, як і в Японії гарно готують український борщ. Напевно, тому ми більше любимо борщ. Ну а зараз у нас же з тематики Японії, з японської культури вже є гості. А до нашої студії вже завітали виконавчий директор Товариства японської культури Татікадзе Галина Зінов'єва та представник Товариства японської культури Татікадзе Юлія Грунковська.
Тож, раді вітати вас у нашій студії. З такого гарного приводу ми запросили вас не просто так, тому що саме ви, я вважаю, зможете нас трошки поглибити у ту японську культуру, про яку дуже мало знають у нас у Миколаєві. І дякую, що пригостили чаєм. Це був перший у суботу у вас на чайній церемонії, перший японський чай, який я куштував взагалі в житті. Це вам окрема дяка. Что ж, расскажите, пожалуйста, я знаю о том, что по каллиграфии у вас сейчас идет какое-то особое мероприятие. Вот. Ну, в преддверии 2017 года, который объявлен по указу президента годом Японии в Украине, безусловно, нам хочется как можно больше познакомить николаевцев с японской культурой. И одним из первых проектов, который сейчас проходит, этот проект был инициирован молодым украинским каллиграфом-художником Богданом Пархоменко. Называется этот проект «Традиции Японии, традиции Украины». Уже 21 год в Японии в конце года подводятся итоги общественной жизни страны и выбирается иероглиф, который показывает, что самое главное было для Японии в этот год. И были годы очень хорошие, были тревожные, были радостные, поэтому иероглифы выбирались разные. Был иероглиф любовь, был иероглиф золота, когда Япония заняла много медалей на Олимпийских играх, и Олимпийские игры проходили в Японии. Был иероглиф тряска, когда было землетрясение в 95 году и в 2011. Иероглиф еда, когда многие японцы пострадали от яда, попавшего в еду. Был иероглиф жизнь, посвященный столетним сестрам-близнецам, которые сохранили ясный ум и трезвую память и радовали всю страну своим таким жизненным достижением. В общем, было много иероглифов. Например, в 2015 году иероглиф был выбран безопасный, потому что угроза терроризма, к сожалению, она существует во всех странах и в Японии тоже. Ну, в чем суть вообще этого проекта? У каждого, конечно, есть какие-то семейные события, у каждого человека есть какие-то мечты и планы, но каждый осознает себя гражданином своей страны. И так получается, что чем более тревожная жизнь в стране, тем больше мы ощущаем себя гражданами. Может быть, поэтому сейчас в Украине, я думаю, уместно такой же проект тоже провести у нас. Мы уже рассказывали о нем во многих городах, и у нас в Николаеве. И сейчас мне тоже хочется сказать, ну вот два иероглифа, которые были предложены, один из них подвергаться реформам. Да, действительно, в этом году у нас много реформ проходит, и они не всегда для нас приятны, и не всегда бывает, что и болезненно очень воспринимаются, но тем не менее есть такое явление. Да? Но мы все надеемся, что эти реформы приведут к процветанию, поэтому иероглиф процветания вот тоже есть в списке тех понятий, которые мы предлагаем. Печать. Так, я вот теж бачу знак, хотів запитати. Она имеет какое-то значение особо? Вообще на любой картине, которую делает каллиграф, японский, китайский, другие каллиграфы, он ставит свой отпечаток. Это как подпись художника в Европе, ну, в Японии это делает печать. Печать – это тоже своего рода каллиграфия. Это вырезанный на каком-то носителе, либо дереве, либо кости, знак. Ну, знак уважения для китайцев, которые придумали знаки каллиграфии, берется символ из стародревних китайских иероглифов и вырезается на печать. Uh-huh. Это печать обозначает держать курс, держать направление. Это моя печать, поэтому я вот ее выбрала. Печати у художника может быть много, но не в этом суть. Главное, чтобы сама картина была воплощением его, да, своей идеи. Значит, вот этот иероглиф процветания, я надеюсь, что наша страна будет в конечном итоге процветающей и богатой. Ну и мне хотелось еще, чтобы завершить каллиграфическую тему. Здесь написано «Украина, Япония, Миколаев». На знаками катаканы. Символично. Украина, Япония, Миколаев, правильно? Так, да. Значит, на ресурсе rai.ru.com есть возможность внести свои предложения, и потом мы напишем красиво на украинской мове и на японском языке иероглифы, которые предложат наши николаевцы. А мне бы вот хотелось узнать, как можно научиться каллиграфии, о, и как долго это учить? Это руки праці, я чув. Можно ли достигнуть идеала? Или идеала достигнуть никогда нельзя. Японцы говорят, что если вы становитесь на путь изучения чего-либо, вы идете по этому пути столько, сколько вы находитесь на этой земле. То есть совершенствованию предела нет. Есть такое понятие в японской философии, в японском обиходе – кайдзен. То есть вечное совершенствование всего, чем бы японец ни занимался. Самыми мелкими делами, там, приготовление пищи каждодневное, либо
постижение искусства высокого, тех же боевых искусств, это путь на всю жизнь. И очень часто японцы, даже будучи в преклонном возрасте, начинают заниматься чем-то новым, становится на путь изучения чего-либо. Каллиграфию можно изучать в нашем японском центре Черноморского национального университета. На что стоит обратить внимание тому, кто решил все-таки постичь такое мастерство? Я думаю, что надо просто попробовать. Все начинается с первого шага, надо взять в руки кисть. Я думаю, что у нас будет возможность поговорить об основах каллиграфии и рассказать, почему интересно изучать каллиграфию японскую. А я не проти прийти. Нагадайте для того, хто в танку, коли це буде відбуватись, число, дата, день. Японский центр у нас постоянно работает. Не сами мастер-класс, да. А мастер-класс по каллиграфии, вот мы проводили совсем недавно в музее Верещагина мастер-класс по каллиграфии. И следующее мероприятие будет тоже в музее Верещагина. Это будет выставка, посвященная тем вещам, которые окружают японцев, ну и украинцев в том числе, в повседневной жизни, да. Условное название этой выставки – «Изящный мир повседневных вещей». И в ходе этой выставки мы будем проводить и мастер-классы, и знакомить николаевцев со всеми явлениями японской культуры. То есть можно прийти и окунуться? Да, обязательно. Мы согласуем потом график этих занятий и будем заниматься и узнавать о Японии как можно больше. Галина, а ще можете розповісти про брання Юлії, своєї колеги, учениці? У нас були як кіточники, вони приходили, і вони розповідали про те, як навіть складки вони на спідниці вони символізують щось. Хакама. Так, хакама. Да. Що у вас символічного є у броні? Ну, національний костюм любого народу – це безгранична совершенно кладезь красоти. Ну, безусловно, національний костюм має свої тонкості, і постигати їх теж треба дуже довго і багато. Ну, якщо говорити о сьогоднішньому костюмі. Трошки піднятися та продемонструвати для наших колег. Сьогодні у нас кімоно. Чем кимоно отличается зимнее от кимоно летнего? Летнее шьют из ситца и одевают его на голое тело, потому что очень жарко в Японии. То есть это такой халатик. А кимоно – это пошитое из шелка, обязательно шелковой подкладкой одеяние с широким поясом обе, который завязывается красивым узлом. Шнурочек символизирует семейный статус девушки в определенном уровне, где он находится. Но зараз не зеленый. Правильно? Дело не в колористике, а дело в том, на каком уровне широкого пояса находится этот шнурок. Я чула, что есть значение, на каком уровне пояс находится. В зависимости от того, замужем девушка или нет, шнурочек завязывается на определенном уровне. Ну и обязательно под кимоно одевается еще 2-3 кимоно, чтобы выровнять фигуру, потому что каноны красоты в Японии не такие, как в Европе. Если у нас ценится тонкая талия, широкие бедра, высокий рост, то у японцев совсем другие каноны красоты. Самым красивым местом считается шея у женщины, и открыть шею всегда красиво, правильно, продемонстрировать прическу, но... Молоденькая девушка, если у нее длинные волосы, это очень красиво. Безусловно, кимоно дополняется еще украшением для волос канзаши. Сегодня мы его не одевали. Веером обязательно. Веер может быть складной, может быть утива, который не раскладной. Ну, в общем, об этом можно говорить очень много. Но мы сегодня еще о чайной церемонии. Да, я знаю, что вы для немножко, нас подготовили небольшой рассказ о чайной церемонии. Вот. Совсем недавно, в прошлую субботу, в Николаев приезжала группа представителей японского центра Киевского политехнического университета, и во главе группы была единственный сертифицированный мастер чайной церемонии в Украине, Ольга Сельницкая. Она представляла чайную церемонию и рассказывала о том, что это за действо и почему для японцев так важна чайная церемония, чайный обряд. Юлия была непосредственным участником этой церемонии, и помимо того, что подавала чай и сладости, узнала очень много нового, как одевают кимоно японское для таких церемоний, потому что есть различные, ну скажем так, правила выбора костюма для различных церемоний. Мне вот это особенно было интересно, что я знаю, что для чайной церемонии особый костюм. То есть... Ну, безусловно, кимоно шелковый. Он еще и готовится годинами перед тем, как чай пить. 4 години мне рассказывала. Ну, пусть Юлия пару слов расскажет о том, как одевали ее в кимоно. Кимоно одевают минимум 40 минут, потому что там очень много деталей. Ну, вот, да. Вообще, ну, одежда очень нетрепетно к этому относится. Надо, чтобы все было... Это же еще выдержать, нужно стоять, вот, ждать. Да, потому что оно стягивает все, и дышать тяжело в нем. Надо держать спину. Такой своеобразный корсет, так как я поняла.
Ну, можна сказати так. Добре, Юлія, 40 хвилин надягнулась, зрозуміло. А далі що відбувається перед тим, як ми все ж таки готуємось до чайної церемонії? Ну, все це готують чай, сладості. Ну, а потім якби всі збираються і ми виносимо сладості. Там є определені правила подачі. І це обов'язково солодке перед чаєм, правильно? Так, да, тому що з сахаром пити його не можна, а сладким заїти. Я хотіла б, щоб Галина нам трошки ще розповіла про окремо про чай, про те, чому його насамперед не можна пити з цукром. Можно сказать, что сахара в Японии до середины 20 века не было в принципе, потому что там не растут те растения, из которого делают сахар. Ни тростник, ни свекла. И японцы свои сладости делали на основе красной фасоли и желатина из морских водорослей. Исключительно здоровая, немножко специфическая на вкус еда. Фасоль может быть, конечно, и светлая, может быть и розовая, какая угодно, но дело тут больше, наверное, в декоре. Сладости, потому что у японцев абсолютно все явления жизни связаны с природой. Поэтому и сладости, и сорта чая, и кимоно, и все остальные праздники, которые празднуются. Потому что чайная церемония – это своего рода праздник для любого японца. Так вот, все это связано с природой, обязательно. Мы немножко вернемся, вот, допустим, к кимоно. Сейчас у Юлии кимоно, которое осеннее, потому что здесь красные листья и зеленые клены, да. И цветы сливы, они расцветают в январе, в первые дни Нового года, и журавли – символ счастья, долголетия. То есть это кимоно такое осеннее-зимнее, уже скажем, расцветка кимоно. Красный цвет пояса тоже указывает на осень. Если мы говорим о тех предметах, которые здесь вот сейчас находятся, чашка для чая у нас осенняя. Здесь декор в технике грекулюр, чашка декорирована, но... Это... И ці візерунки у середині, це теж не просто так. Да. Ну, здесь, видите, как цветочек сакуры. Поэтому чашка – это для чая, который подают весной. Ну, мы взяли, потому что хочется продемонстрировать сразу все. А пока мы готовимось трошки до нашого майстер-класу, я пропоную передивитися короткий сюжетик про чайну церемонію, яка проходила в цю суботу. Тож дивимось. Садо – це ціла система чаювання в Японії, яка складається з окремих правил. У західному світі вона більш відома як чайна церемонія. Оформилася у 14 столітті, а вже до нашого часу дійшла як окремий вид мистецтва і набула поширення по всьому світу. Здесь ви повинні сісти одразу на два коліна. Всі услышали мене? Церемонію проводили спеціалісти з Києва, які розвіяли деякі міфи про чаювання. Примітно, що в Україні є лише один сертифікований викладач чайної церемонії – Оля Сильницька, яка родом з Одеської області. Щоб отримати сертифікат, треба пройти довгий шлях навчання. Час від часу Ольга їздить до Японії і підвищує кваліфікацію. В Миколаєві Ольга вже вдруге і ділиться своїми враженнями від роботи з дітьми. З ними немножко сложно, потому что ты не знаешь, как, что они спросят и что им будет интересно. Да? Вопросы, может быть, связаны совершенно с разной областью в жизни. Но, тем не менее, это более, как бы так скажем, стимулирует быть более профессионалом в этом деле, и с ними очень интересно. Оля навчалась в разных странах, встречалась с разной публикой, але с украинцами ей ближе. Конечно же, в Украине публика очень, очень начитанная и очень много знает и по японской культуре, и в частности по чайной культуре. Когда вот происходят такие мероприятия, нужно действительно быть хорошо подготовленным, чтобы хорошо ответить на вопросы, которые интересуют гостей. Все участники церемонии, юные и дорослые, были в захвате от чайного действия. Тебе понравилось? Да. Очень все удивительно, прекрасно, нам нравится. Дуже цей чай, дуже бадьорий, він дуже багато сил продає. Організацією заходу займалась виконавчий директор Товариства японської культури Тетікадзе Галина Зінов'єва. В этом году у нас предоставилась возможность пригласить мастера чайной церемонии Ольгу Сильницкую. Я надеюсь, что гости, которые к нам пришли, будут довольны тем, что немножечко расширят свои знания о чайной церемонии, именно японской. Миколаївці посмакували справжній японський чай і відкрили для себе традиційну сторінку японської культури.
Ну що ж, ми продовжуємо і нарешті. Ну як ви здогадалися, я вже куштував японський чай у суботу. Що ж ти, скажи мені, сподобалось тобі? Сподобалось, але дуже незвично. Я, ну, такого смаку ще ніколи не відчував з чаю. Щось таке, якийсь морський смак. Ну це ж просто інша культура. Це важко пояснити словами, не знаю, я такого ще не куштував. Треба звикнути, напевно, так? Говорять, що настоящий вкус японського чаю постигаєш після 10-ї чашки випити. То есть 10 чайных зараз? Церемоний вам надо... Или... Нет. На чайной церемонии обычно есть три чашки. Первая – порошковый чай, который мы взбиваем, вот именно тот, который называется чайная церемония, да? Вот тот, который пахнет морем. Но, в принципе, в Японии все пахнет морем, потому что все около моря находится. Значит... До речі, Ольга Сурницька казала, що це міф, що японці п'ють чай з листя. Та у нас у них саме традиційний порошковий чай. Правильно? Ну, этот чай порошковий, от который вот такой, как пудра, да? Он все-таки только для чайной церемонии. А тот чай, который мы пьем в Японии постоянно, такой же листовой, как и у нас. Он разных сортов, но он всегда зеленый. Черного чая в Японии не делают. Японцы считают, что чай слишком большая драгоценность, чтобы портить его излишней ферментацией. А можно... Чем менее ферментированный чай, тем он более полезен. И вот этот порошковый... сказать, очень приятный аромат. Можно ими не спробовать? Да, конечно. Да. Их очень много видов на самом деле. А перед Новым годом праздничный чай туда добавляют еще пищевое золото. Я не буду пробовать его еще, разумеется. Вообще праздничные новогодние блюда... Во все напитки, во все блюда добавляют пищевое золото. Это очень распространено сейчас в Японии. Это считается очень полезным для здоровья. Ну и красивый декор надо всегда не лишний для Нового года. Я так думаю, что в декабре, когда мы будем проводить выставку, у нас будет такая возможность попробовать еще и такой чай. Ну, на жаль, 4 години у нас немає готувати, щоб скуштувати чай, але можна коротко показати, як ви його готуєте. Ну, венчик ви вже запомните, сен, которым взбивається, сюди наливають. Не кипяточек, потому что чем более хороший сорт чая, тем менее горячая должна быть вода. То есть 60, 70, 80 градусов. Да, оптимальная температура. Да. Специальным бамбуковым ковшиком набирают закипевший и остывший чай, наливают сюда и взбивают венчиком. Вот очень быстро эти движения. Юлия имела возможность это сделать. Ну, у нас воды сейчас нет. Мы просто сымитируем. Да. Его как растираемо получается. Да. Да. Получается такая вот взвесь. Это нерастворимая субстанция. Ну, порошок чая, он настолько мельчайший, имеет свои частички, что он просто висит в этой воде. А потом нужно ему давать какой-то период, чтобы он осел или нет? Или это нет, все вот именно это в этом и является? Да, перед тем, как съели, после того, как съели сладости, ну, те сладости, которые подавались на чайной церемонии, они были приготовлены буквально за час до самой церемонии. На кухне, на обычном газе, да, у японцев это происходит, если мы декорируем сладости, там, в виде цветка какого-то делаем, или листочка, или что-то, конечно, больше времени на это уходит. Но сейчас наша задача была сделать совершенно свежую сладость и быстренько ее подать. Вот, Галина, Юлія, дякую, що прийшли, розказала ще раз мені, бо я ніде з першого разу не розумію. Я гадаємо... думаю, що це ще не последняя наша встреча, ми обов'язково прикоснемося к культурі Японії уже более углубленно і з різних сторон. Дякую вам за таку можливість.